Всем-всем огромный привет! Давайте посмотрим покупки фикс прайс, которые я совершила сегодня. Наверное, начнем с продуктов. Я их покажу достаточно быстро. Второй раз уже беру вот эту Меладору, масло подсолнечное, рафинированный натуральный продукт. Это без запаха масла. Оно хорошее, мне понравилось и выгодная очень цена. По-моему, 55 рублей оно стоило. Повторила уже в который раз чай-заварку ТЭС. Этот чай с гибискусом, клюквой и ароматом грейпфрута. Он похож вкусом на компотик. Тут каркаде и аромат грейпфрута. Очень вкусно, мне понравился. Вот действительно очень. Ну, конечно, Света и Лисма неразделимы. Лисму я взяла две пачечки. Давайте я их выстрою. Будут они нас тоже украшать. Лисма выгодная, кстати, поменяли упаковку. Видите, сейчас вот такой новый дизайн, а этот старый. Ну, вкус не изменился. Может быть, немножко поднадоел, но в любом случае 25 рублей, 25 пакетов – это выгодная цена, и чай в целом неплохой. Но если заваривать его в кружку, кружка темнеет внутри. То есть, если для кого-то это важно, то налет небольшой в кружке остается внутри. Далее, из еды давно не показывала, а то у меня уже подписчики переживают, где моя паста коллекшн. Все в порядке, сидим на диете, макароны едим регулярно, так что пасту мы покупаем. Взяла, правда, одну только штуку, но я считаю, что достаточно. Но зато, вот честно, я не знаю, сколько я их взяла, но взяла много. Это вот эта гармония, арония иммунитета. Батончики, по-моему, с клюковкой, да? С каким тут ароматом-то? Так, не вижу. Ну, по-моему, клюква. Неважно. Вкусные. Вот они очень вкусные. Я их взяла много-много. Все, что было на прилавке, я взяла. Потому что очень люблю их вечерами с чаем пить. Утрами тоже, днями тоже. Мудро было, конечно, все не выкладывать, но как же не показать-то. И сейчас будут полчаса показывать. И также с ароматом апельсина, он мне тоже нравится. Тут яблоко еще там есть, зеленый батончик. Он тоже неплохой, но вот эти два мне понравились больше. Хотя, если бы продавалось сегодня яблоко, наверное, эта гора была бы еще выше. Все из малоинтересного. Еще очень нужная покупка. Эти губки мне нравятся. Они, по-моему, 25 рублей стоят в фикс прайсе. 6 штук здесь есть. Очень удобная вот эта вот выемка для пальцев. Ну и губочки такие яркие, красивые, разноцветные. Приятно покупать, приятно менять. Из бытового взяла салфетки. Эти салфетки, если кто-то есть, кто не брал, они классные. Они приятно пахнут цитрусом. Не оставляют разводов, придают действительно блеск поверхности и хорошо убирают всю пыль без остатка. То есть мне они очень даже нравятся, такие вот салфетки. Я ими люблю и подоконники протирать, хотя для подоконника, если вот надо пыль протереть, одной салфеточки мне мало. То есть я беру штучки две хотя бы, чтобы, знаете, рука не ездила, что салфетка осталась где-то, да, на поверхности. А рука там впустую уже ездит. Так, и еще одно средство. Это уже нашумевшее на Ютубе. Его хвалят многие блогеры. Недавно вот и Жанюля мне его хвалила, и Оксана Александрова покупала, и у других девочек я видела. Девчонки, спасибо всем огромное, кто хвалил это средство. Решила я его тоже попробовать купить, потому что последний раз забыла заказать Faberlic, но там дороговато. В любом случае получается больше 100 рублей уже, а тут 77 рублей, а суть та же самая. Тоже экологически чистый продукт, и подходит оно для мытья детской посуды, игрушек, фруктов, то есть оно безвредное. Аромат здесь яблоко, а яблочные ароматы я в таких средствах люблю. Ой, сейчас в камеру-то вылезу, пока тянусь. Давайте так, чтобы было видно.
Так, все, неинтересное закончилось. Интересное. Мне вот прямо почему-то не смогла я мимо пройти вот такого блюда. Честно, я даже не знаю, зачем оно мне еще нужно. Но оно мне понравилось. Я уверена, что оно мне очень нужно на кухне. Сейчас я вам его покажу. Это, скорее всего, стекло. Ну, понятно, за 99 рублей. Кто ж мне хрусталь-то продаст? Но это хорошее стекло. Называется салатник овальный. 20 на 16 сантиметров. Да, стекло. Давайте коробочку я сюда. А вот салатник овальный я вам покажу. Очень милый. Причем, знаете, когда я его брала, первое, о чем я подумала, что оно у меня будет стоять на столике, и я буду сюда несколько флаконов парфюма класть, ставить. Вот, как-то не знаю, почему я так подумала, но в любом случае такой салатник, он украшает любой стол. Вот смотрите, стол с салфеткой, и стоит такая вещь, очень симпатично смотрится. Ну, мне так кажется. 99 рублей. Ребенок Максимка, сын мой, взял вот такие наушники. Мы их решили достать, посмотреть. Они называются наушники накладные. Давайте я вам тоже их покажу, что это такое. То есть оно цепляется прямо, вот видите, одевается на ухо, и висят эти наушники, в общем, вот так вот на ушах. Прижимаются к уху они неплотно, и с компьютера вот мы слушали, звук достаточно тихий. А, плюс еще не очень плотно прижимаются они к ушам. Как бы, мне кажется, это покупка неудачная. То есть они симпатичные, интересная идея, но покупка неудачная, потому что звук на всю громкость вот ребенок делал, и звук был плохой. Может быть, нам просто такая пара попалась. Они были в разных расцветках. Черные с красивым зеленым отливом были. Чисто черные, еще какие-то. Ну, в общем, они были разноцветные. Вот мы взяли, не знаю, сколько тут уж провод длину. Ну, вот тут написано, если звон прекратить, внимание, отрегулируйте громкость в наушниках так, чтобы были слышны и окружающие звуки. Ну, не знаю. Мне они не понравились. По дизайну понравились, а вот по громкости не понравились. Очень тихий звук. Тоже ребенку взяли вот эти шнурки. Он хотел разноцветные, чтобы было вот так. Ну, тут прям чисто мальчишечьи, такие темно-синие. Еще не пробовала, но часто вижу, как девчонки тоже покупают, пользуются. Даже потом некоторые покупали повторно на другую пару обуви. Я думаю, что раз берут и по два, и по три, то будет хорошо. Вот у меня аксессуар написано для спортивной обуви. Вам больше не нужно завязывать. И тут есть инструкция, как это делать, как одевать. То есть очень даже несложно. И я думаю, что такие шнурочки нам пригодятся. Следующий блок взяла для записи. Я недавно показывала во влоге, что постоянно у меня на столе лежит блокнотик. Но блокнотик вырывать листы неудобно. У меня блок закончился такой вот с листами. И я взяла новый. Называется «Цветные листы для заметок». 200 листов. Еще были там в черных пластиковых упаковках. Там, наверное, намного больше листов. Или они потолще. Но прямо вот были вот такие вот блоки. Ну, мне почему-то захотелось вот цветной такой, девчачий, вот чтобы цветная, красивая, блестящая упаковочка. Ну, в общем, остановилась я на этом, взяла такой красивый. И теперь у меня на столе будет красивый вот такой вот блокнотик. И последнее, что мы взяли, это увидел ребенок. Он у меня копит зажигалки. Прямо очень любит зажигалки. И у него там разные красивости уже в коллекции. Ну, как их там, коллекцию трудно еще назвать, там 3-4 у него штуки. И тут были вот такие две в наборе. Птички, попугайчики, не знаю, сейчас вам будет видно или не. А вот, видите, они вот то два, то один как-то переливаются. И были еще с дельфинами, вот переливающиеся. Цвет разный были, синие, зеленые, вот сами футляры. Это турбо. Она, ну, видно, да, разноцветная. А это
обычная зажигалка. Вот такие вот две набором. Зажигалка турбо и вот так в блистере. 4 восьмерки. Вот. Ну, это я ребенку верну его зажигалки. Он ждет, все меня спрашивал. Мама сняла. Ему хочется ими уже заниматься, играть. Ну и чек я не называла цены. Давайте я вот так вот просто покажу. А кому что интересно, те посмотрят. Тут самый дорогой, по-моему, это вот салатник был. Батончики. Зажигалки 55 рублей получается. Ну вот. Все остальное 50. По-моему, масло еще было 55. Да, подсолнечное масло. Вот такой налет получился на фикс прайс. Хотя сегодня был день привоза, но ничего нового, таких вот, чтобы увидеть новинки, которые доставали, прям при мне доставали из коробок разный товар, но в принципе то, что уже стояло, просто обновили то, что было. Поэтому ну, вот, при мне ничего интересненького такого не появилось. Ну вот салатник только может быть. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, все равно что-то было такое, что вам понравилось или было полезным или интересным. Всем до новых встреч и всем пока!